Штат окружает столицу. Нужно, чтобы отсюда был виден закат. Си, сеньор пресиденте. Яранцы должны видеть горизонт на каждом перекрестке. Корабли уже наготове. Если сейчас отплывем, вы из Диего... Стиль здесь неправильный. Нужен Перейра, не Ван Ален. В Эсперансе не место арт-деко, которым отец был одержим. Вы все подмечаете, сеньор пресиденте. Прошу, послушайте. Отправьте хоть мальчика. Хватит! Ну как же так? Разве не видно? Давай займемся площадью. Добавим модернизма, как у Женаре. Что ж, Дани, погнали. Хватит нести чушь. Ты можешь сделать для меня супрема? Конечно, без проблем. Назову его Ла Эспада. Как оригинально. Маленький, но злобный. Будет кидаться кинжалами и вонять, как кобыла. У тебя есть хоть один друг? Знаешь, почему я помогал Кларе? Она знала, как быть. Она не была похожа на меня. В мире слишком много Хуанов, слишком много Антонов и, возможно, слишком много Дани. А таких, как Клара, всегда не хватает. Ну что, Дани, готов развалить страну? Наслаждайся каждым ее мигом, Дани. Я вспомнил, как Клара в похожих обстоятельствах заявила, что мне место в супермаркете у Янки. Да она просто шутила, Дани. Она прекрасно знала, кто ты. Еще она сказала, что не успеет увидеть новую Яру. Клара делала все осознанно и понимала, на что именно идет. Должна быть она, а не я, Хуан. Нормально, что ты по ней скучаешь. Только не утони в этой тоске. Захватим Эсперансу ради Клары. Вива Либертад! Слава Либертад, мать ее! Глянь, какая красота! Ха-ха, просто прекрасно! Смотрите, молча!
Сегодня мы совершили важный шаг на своем пути. Я рад объявить, что погибла лидер террористов под названием Лидер. Клара Гарсия мертва. Она хотела разобщить друзья. Заряды взорваны. Я проложила вам двоим путь в Эсперанцу. Отличная спада. Дани, мы с отрядом вошли в столицу, но бойцы Кастилью не сдаются. Оба Пауло. Конечно. Давай навестим Эль Пресиденте. Дани, радио Либертад вещает из Эсперанцы. Ясно, пас. Ты как? Я проплевался 6 раз, обезвожен и напуган до усрачки. Зато революция, вся херня. Да он в норме, Дани, не парься. Мы намутим крутой трек. Прямо гимн разрушения. Пришло время говорить правду. Алло. Слышу тебя, Елена. Мы зачистили периметр. Ламорель вас прикроет. Либертад чертовски благодарны. Знаешь, Ханрон сейчас была бы в восторге. Выходим на битву. Да, выходим. Дани, ты как там? Готов ко всему, Фартова. Никогда бы не подумала, что дважды буду штурмовать столицу. Дани, это будет хаос. Такое, что и представить сложно. Но запомни этот момент. Мы творим историю. Если тебе все-таки удастся добраться до башни, помни, что война закончится. Когда все будут свободны. Тихо, Фетти! Здесь чисто! Продолжаем наступать! Я
Гильберта, я никак не могу найти эти билборды. Я тоже хочу наконец про них забыть, Лабуя. Отправляйся в Сьерра-Пердида. Они стоят у главных дорог на южном и западном побережье. Ясно. Туда и двинусь. Давай, давай. Заодно пристрели для меня парочку фашистов. Бессос, мэ-мэ. Дани! Нас накрыли! Где ты сейчас? Эспада! Что происходит? Тут авиация Антона! Повсюду чертовы вертолеты! Не высовывайся, я скоро буду! Грасис! Понял, вот они опять летят! Портовая! Нам нужно добраться до Торре-дель-Леон! Не разбредайся! Тогда чего мы ждем? У тебя проблемы, Дани? Оу! Займи позицию повыше. Сиди, Дани, я понял. Портовая, прикрой его. Будет как у Бога за пазухой, обещаю. Передай, что я скоро. Нам надо продвинуться дальше. Ой,
Колдуй дальше, Филли! Как скажешь! А ты, друг, сади пару пуль Антону в лицо, а с нас чуризу! Авиация! Обстреливаем вертолет! Надо его сбить! Я добрался до башни, до логова сраного льва. Пора его завалить. Тут тихо. Умные солдаты поняли, что пора бежать. Остались только фанатики. Осторожно, Дани, его защищают лучшие из лучших. Да похер. Антон загнан в угол. Он способен на все. Готовься. Хуан, остынь. Хватит уроков. Си-си, уже выпускной. Увидимся с тобой наверху. Закопай его, амиго. Пришло время всем истинным яранцам сразиться за свое будущее. Солдаты, Яра отдала мне все. Так ответьте ей. Прочесать все. Вдруг он был не один. Thank you.
меня слышишь? Иди проверь. Солдаты! Яра отдала вам все. Так ответьте ей тем же. Надо. Эй. Значит, послышал.
Гильберто, я никак не могу найти эти билборды. Я тоже хочу наконец про них забыть, Лапуля. Отправляйся в Сьерра-Пердида. Они стоят у главных дорог на южном и западном побережье. Ясно. Туда и двину. Давай-давай. Заодно пристрели для меня парочку фашистов. Бессос-бэ-бэ. Понял! Идем! 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 Ид
Кастильо наверху. Тысячи трупов. Мой город в огне. Ты разрушил мечту Арая. Я и мой сын — это все, что отделяет тебя от власти. Я не диктатор. Ложь. Ты не Клара. Яра горит, а выборы никак не потушат пожары. Мне было столько же, когда... Повстанцы убили моего отца. Не думал, что тебе придется пережить то же самое. Прости, Диего. Ты мой лев. Я делал все возможное, чтобы ты стал сильнее. Ты не убьешь его! Он все равно умрет! Последний урок, Михо. В жизни лишь одна вещь всегда будет истинна. Ты знаешь, какая? Смерть. Си. Защити его от своих друзей. От чудовищ. Хорошо. Обещаю. Ложь. Диего! Нет! Все будет хорошо. Не шевелись, Чамако. Все хорошо, Дани. Молчи. Чувствуешь? Это запах победы, мать ее! Твою мать, Хуан, он ранил Диего. Ты это серьезно? Забудь про пацана, Дани! Пошел ты, он умирает. Не задело сердце, Дани. Он еще дышит. Фартовое, не знаю. Много крови. Не двигайся, Дани, мы идем. Ну уже, Диего. Не умирай, Чамако. Все хорошо. Все хорошо, Дани. Тебе повезло. Нет, нет. Отойди! Фартовая, ну что? Чш. Не хотела это говорить, но... Что нам теперь делать? Яре нужен лидер, пока мы сидим без выборов. Лишь одному из нас я доверяю. Не говори, что себе. Яра твоя, Дани. Ло сьенто. Нет, не моя. Я не политик. В этом шарила Клара. Может, ты еще. Мы здесь лишь потому, что не ждали, пока кто-нибудь другой решит за нас все наши проблемы. Когда тирания – закон, революция – порядок. Ты куда это? Яра ваша. Не облажайтесь. Запавших героев. За ее Яру.
знаешь, Дани, выборов-то не будет. У Кастильо много друзей, которые этого не хотят. Хочешь поохотиться? Я как будто смотрю в зеркало. Если уж повстанец, то на всю жизнь. Я тебе рассказывал, как Сантос тайно отправил меня в Уганду, чтобы я украл для него сраную зебру. Да. Зебры жутко злые, но меня это не остановило, а раззадорило.